Да. Так, ребят, минуточку внимания. Самый приятный момент награждения. Спасибо всем за участие. На нашем Кубке Бешеного Хомяка заключился третий этап. Летний этап Кубка Бешеного Хомяка. То есть у нас еще будет зимний этап, так что зимой тоже будем играть и так далее. Было поле выставлено ровно половина, то есть низкий фланг предстоящего этапа Кубка Казахстана второго этапа. Так что, ребят, была хорошая тренировочка. Спасибо всем за участие. Все друг другу поаплодируют. Вот. Ну и лидеров Кубка Бешеного Хомяка у нас составила команда Номад Пинбол. То есть они стабильно держат свое место. Спасибо, ребят, вам за участие. Надеюсь, вы сделаете выводы и на втором этапе Кубка Казахстана одержите хорошие призовые места. Спасибо. Открытие Кубка Бешеного Хомяка на данном этапе составил один неизвестный игрок Даня. И он зарегистрировал как Даня плюс 6 туб. На самом деле это татарская морда, которая очень любит медальки. И мы ему аж надарим 3 медальки. О, не давайте нам говорить. 3 медальки. Он скажет, что в трех турнирах занял 3 места. Одну сюда, третью куда. Ждем селфи с 3 медальками. Все, спасибо, Даня. Буду смотреть на это. Так, второе место занял команда Альта Виста. Спасибо, ребят, за участие. Радует то, что в нашем казахстанском пинболе есть стабильная девочка, которая играет на всех турнирах. Браво! Не буду одевать, просто ждать. Все, держите. Пойдем сюда. Спасибо. Пойдем сюда. Ну и первое место. ТПК «Неудержимые». Спасибо за участие, спасибо за стремление к победу, за хороший результат. То есть постоянно занимаем какие-то призовые места, за исключением первого этапа, да? На первом этапе. Не, ну мы не первые. Призовые. Ну, призовые, да. То есть спасибо нам. Давай, давай. Ура! Одна. Тебе. Одна. ГВР, наконец-то. Тебе. Держи, сына. На, держи, это тебе медаль. Все. И небольшой краткий итог. Получается, первое место в серии Кубка Казахстана по спортивному пинболу Кубок Бешеного Хомяка заняла команда ТПК «Неудержимые». Второе место ввиду отсутствия команды Kingsman на третьем этапе переходит. Ну, это нелогично. Нелогично? Нелогично. Но у вас получается два вторых и неизвестное место. А, одно первое, одно второе. А у Альтависты три. Одно третье и два вторых. Нет, во втором, до этого хомяки Альтависта тоже не участвовали. А, ну все, тогда, да, ребят, да, тогда прошу вас на следующих выходных прийти в полном составе своей команды, вы в полном составе будете делить второе и третье место. Как я тут приду в полном составе своей команды, а? Все, спасибо всем. Первое место же есть. У меня команда вся с травмами почему-то.